Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в God of War 3 часть. Кратос продолжает свой путь. Открылась дверь, и мы идем в этот коридор. Ох ты, посмотри, что на него, какой дерзкий стоит здесь. А их двое даже. Так, а как бороться-то с вами, ребятки? Чем бороться? Светом, может быть, бороться, а? Ну, в принципе, все вроде нормально получается. Как их... А, вот так выдернуть из-под земли. А потом можно и из лука пострелять. Да выходи, что ты там под полом ползаешь? Давай, давай. Вышел. Вот. С ними я расправился, идем дальше. Красиво здесь, конечно, это очень-очень крутое здание. И... А я же поднимался сюда наверх, по-моему. Мы что, опять вниз спускаемся? Или это уже другой коридорчик какой-то? Слушай, наверное, другой. А вот жизни нам надо взять. Жизни поубавилось чуть-чуть. И выходим на балкон. А, здесь типа амфитеатра какого-то, что ли. Ну, вот можно сидеть, смотреть спектакль. Вот и явился наш герой. Аплодисменты очередному ублюдку Зевса. Гера. Как раз к последнему акту. Гера. Ужасно выглядишь. Все еще ищешь способ убить моего мужа? Ты знаешь, что я хочу отомстить Зевсу. Не могу тебя за это винить. С тех пор, как ты убил моего сына Ареса, Зевса снедает страх перед тобой. Его страх пройдет, когда я убью его. Выпьем же за это. Гера, я ищу деву Пандору. Пандору? Эту маленькую тварь, которую создал мой сын Гефест? Нет, этого я не могу допустить, дорогой. Убить его. Ну, попробуйте убить его. Кто же сейчас выйдет-то? Я не знаю, смотри, что-то показывают так. Как будто он здоровый. Нифига себе, Геракл пришел к нам. Брат. Здравствуй, брат. Ведь нет обид, Геракл. Неужели? Ты всегда был любимцем Зевса. Воздух Олимпа задурманил тебе голову, брат. У Зевса нет любимцев. Я маленький по сравнению с ним. Пока я расчищал Авгиевы конюшни, ты был избран, чтобы сразить Ареса. Тебе мало? Слушай еще. Когда тебя сделали богом войны, меня отправили искать яблоки. Назвали это подвигами. Ха. Пусть мне и было позволено убить немейского льва, но именно ты прославился среди смертных. Жестокий воин, убийца, ставший героем, смертный, ставший богом. Но на этот раз, брат, на этот раз я одержу победу. Считай это моим последним, 13-м подвигом. Скоро я стану богом войны и сам воссяду на этот трон. Ты хочешь воцариться на Олимпе, но окажешься в подземном мире, Геракл. Это мы еще посмотрим. Ну давай, давай, начнем. Чё-то своих зомбарей прислал сюда. Yeah.
Давайте, давайте, подходите, ребята. Вы что думаете, можете со мной справиться, что ли? Хоть вас и много, я один вас всех сокрушу здесь. Геракл, давай выходи тогда, ты один уже сюда, ко мне. Кто там орёт? Ты что ли, Геракл, орёшь? А ты чё? А, они ещё постреливают, смотри, из лука. Вот и всё. Я сам с ним разберу. Чё за пушка у него такая? А, всё, это у него такие поручи. Ну давай, прыгай сюда, громила. Я меч возьму, слышь? Иди сюда, подходи ближе, не шалите, мальчики, говорит. Ладно, сейчас. Ах ты, ничего себе! На! Тихо, 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 разошелся ты, посмотри на него. Давай еще раз меч возьмем. Раз такая пошла штука у нас. Давай потащили его. Куда мы тащим только, я не знаю. А, вот его надо куда-нибудь. Его надо было на шипы насадить, ё-моё. Ладно, поздняк уже, все. Зевс наградит меня. Я посмотрим, кто кого наградит. Стой, 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 стой. Не торопи события, чувак. Полетели. Вот так-то. Это можешь снять. Сейчас и Химера мне поможет. Эй, осторожно, ты что делаешь-то? Что прикрывается у него поручи вот эти? Защищают. Так бы я и давно уже сломал его. Ну-ка, подожди, что-то ты разошелся. Где там Химера моя? Вроде я ему уже так бью нормально, тоже серия ударов там. Или-то я не ему попадаю? Ну-ка. Много тут всякой живности еще лезет на меня, вот что плохо. Ай! Давай, давай, буду тебя еще бить как следует. На! Ай, куда ты пошел-то? Давай, побежали дальше. Оп! Снимай шлем. Борись нормально. Броня это для слабаков. Вот именно, броня для слабаков. Иди сюда. Так, ни одна стрела не попала. Вот, а Химера попала нормально. Ну? Догонишь меня, нет? Оп! Видал, что могу. Так, ладно, встаем. Слышь, братишка. Ты уже теперь мне не братишка после таких высказываний. Я, главное, всю жизнь за брата дрался, сражался, там все делал. А он мне что, посмотри, что решил мое место занять. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй, как же так получилось-то? Ну-ка, слезай оттуда. Вот это он меня шарахнул больно туда. Слышь? Ладно, хоть я на шипы не попал. Надо, короче, стоять как-то так, чтобы он... Ай! И как мне его бить?
Ну-ка, подожди, я пробегу вот так. Да, вот так, наверное, надо через него пробегать. О, это он мне втащил, что ли, нет? А, все. Все, братан. Допрыгался. Теперь это мое, понял? Вторая тоже моя. Во! Ну давай, разомнемся маленько, да? А, ты чё? Нифига он какой сильный. Подожди, отпусти меня. Я тебе не разрешал меня брать, понял? Эй! А если я так возьму тебя? Хотя я его не подниму, нифига, он здоровый. Давай сдавайся уже, флаг белый поднимай. Все уже, ты чувствуешь, да, что ты уже все проигрываешь? Погоди, челюсть мне не сломай, ты че, блин? Ай, куда ты меня, чуть с балкона не улетел. Еще что-то отломал. Ты че здесь все, весь замок разрушил? Ты, ах ты посмотри на... Отпусти, говорю тебе. Чё ты меня вот обниматься все берешь, а? Надо подальше от него держаться. На! Да хватит, а! Надоел уже. Не, точно хочешь с балкона меня сбросить? Хватит! Все статуи разломал. Больно, я ж тебе говорю, не надо так делать. Ха, ничего себе. Вот так поворот, точно, я говорю, с балкона. С балкона. Надо залезть обратно. Ну, давай, цепляйся, ползем. Там же высоко. Давай. Я не успел нажать, что ли, а? Плохо. Ну ладно, он уже здесь. Как раз сейчас побежал хватать. Давай, ползи. Там главное в следующий раз потом успеть крестик нажать. Залезай. Он сейчас пробьет пол прям. Смотри. Раз, два, три, поехали. А, какой крестик, ё-моё, в этот раз нолик. Давай еще раз пробовать. Да беги сразу уже, поднимай пол. Чё меня трогать, зачем? Так, ладно, надо внимательнее посмотреть, что там нажать надо будет. Залезаем. Подтягиваемся, давай, быстрее. Ладно, вот без этих рук, наверное, я точно свалился бы. Побежали. В этот раз квадрат, ребята, квадрат. Сейчас проломим ему что-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой. Братан, ладно уж, извиняй. Но братские узы, так сказать, наразорваны. Ты был хорошим, братишка. Ладно, побежали дальше. Теперь у нас есть немейский цестус. Знаменитые кастеты, полученные Гераклом после убийства немейского льва. Вот так вот, ребята, новое оружие, так сказать, появилось. Кстати, их можно улучшить, наверное. Ну-ка, давай зайдем, посмотрим. Где эти немейские? А, ну можно, но только я хотел бы улучшить сначала когти. Когти Аида, потому что сейчас вровень хватает на когти. Давай, когти Аида улучшим. Раз уж я часто ими бьюсь.
Там новые души появились. Циклоп, Берсерк, Цирена-соблазнительница, генерал Кентавр. Надо будет проверить потом всех. А, давай Циклоп, Берсерк, например, возьмем. Ну-ка, ради интереса. Так. А, не хватает магии. Ну ладно, мы потом. Потом. Это сделаем. А хотя и эти тоже наручи можно было улучшить. Хватит на улучшение. Не, не хватает, надо 3000. Ладно, это потом разовьем. Сейчас маленечко набьем опыта и нормально. Ударьте Цесусом по земле, чтобы создать взрывную волну. Надо было лучше его, наверное, улучшать, а? Да, точно, смотри, как вообще четко бьет. Ну сейчас нам надо 3000 всего. Но это мощные руки, вот так можно рубить ими вообще. Давай правда улучшим, а что, есть 3000. L1 плюс квадрат. Молот жестокости. Ну-ка пробуем. Во! Нормально. Это только учитывая, что это второй уровень. Можно до 5 развить. А, вот теперь вот эти камни, наверное, можно крушить им. Нормально. Слушай, прикольно придумали. Бей! Вот, и здесь можно что-то находить. В тот раз, камни я синий хотел разбить. Вот, можно еще куда-то дальше плыть. И щиты, наверное, хорошо разбивает. Ну-ка, давай пробовать. Бам! Сразу все отлетели. Нормальная штука вообще. Мы здесь все забрали? Ну-ка, надо посмотреть. Да, все, больше ничего нету. Хотя он там что-то лежит, как будто. Ну, показалось. Ладно, идем дальше. Не, ну с щитами столько много было этих, они все разлетелись. Так, цестус, когти, клинки. Ну, понятно, вот мы меняем оружие, все. Где показали? Плыть-то надо. А, стоп. Выплыви наверх. Что было, R1? Вот здесь. А, ну это просто посмотреть. Поплыли вниз. Вернее, не вниз, а туда. Где открылся проход. И никого нету. Здесь в тот раз по этой речке плавали какие-то существа, там типа душ. Но это уже не та река, наверное. Это не река мертвых. Так, чертог Посейдона. Чертог Посейдона. О, ребята, здесь хорошо можно против вас. Подожди. А, магия что ли закончилась? Ё-моё, ладно, будем так. Будем без магии с вами драться. Подходи по одному. Или лучше все толпой. Так, давай лучше реально толпой подходите. Я вам с одного удара всех ушатаю. А как сюда зайти? Покрути колесо, вот и зайдешь. Подожди, я надо было бежать, наверное, да? Но мне было интересно вот здесь посмотреть, я что-то не все увидел. А все, больше ничего нету. Ладно, давай открываем, и надо быстро пробежать туда.
Так, за мной закрылась дверь. Ну ладно, мы пойдем в следующий раз вот сюда. А на этом, ребята, мы заканчиваем эту серию. Всем спасибо за просмотр. Подпишитесь, кто не подписан, поставьте лайк видео. И всем удачи, всем пока.